Старт дан. Первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок. Отборочные состязания перед всероссийским этапом, который пройдет в начале февраля в Волгограде. Так, за право представить регион в течение 2 дней сражаются порядка 600 спортсменов из различных уголков Московской области. Подольска, Коломны, Дубны, Чехова и других. Более 20 спортсменов из нашего городского округа также подали заявки на участие. Щелковская легкоатлетка Анна Костева занимается прыжками в высоту 5 лет. В копилке достижений победы и призовые места соревнований как муниципального, так и регионального уровня, в том числе бронза областного первенства. Кроме того, Анна участвовала в соревнованиях Центрального федерального округа, а на сегодняшних состязаниях выступила с личным рекордом – 1 метр 60 сантиметров. Признается, легкая атлетика помогает воспитывать в себе волевые качества. Развивает в человеке характер, смелость. Ну, больше всего вот из легкой атлетики у меня прыжки в высоту стали получаться, и я стала делать упорство на них. В программе второго дня соревнований бег на 300, 800 и 3000 метров, также спортивная ходьба 5 километров, прыжки в высоту и в длину. Здесь в универсальном спорткомплексе Подмосковья представлены как беговые, так и технические виды. И стоит отметить, на уровне страны наши легкоатлеты держатся на высоте. Мы в прошлый год получили кубок федерации за лучшую постановку работы федерации по легкой атлетике. Так что Московская область не последняя. Мы всегда в призерах. Этот вид спорта привлекает многих. По статистике, в регионе легкой атлетикой в среднем занимается 20 тысяч человек. И это только на профессиональном и полупрофессиональном уровне. Не зря ее называют королевой спорта. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.